недорогой компактный рубанок Makita M1902. Устройство поставляется в фирменной коробке. В комплекте сам рубанок, шаблон для заточки ножа, параллельный упор, шестигранный ключ для замены ножей и необходимая документация. Итак, перед нами электрорубанок от компании Makita. Он подключается к бытовой электросети с помощью длинного 2-метрового провода. Внутри инструмента установлен щеточный двигатель мощностью 500 Вт, который обеспечивает максимальное число оборотов до 16 тысяч в минуту. Благодаря этому поверхность обрабатывается чисто и качественно, без заусенцев и сколов. На рукоятке разместился курковой выключатель и кнопка фиксации в рабочем положении. На обеих сторонах корпуса рубанка есть отверстие для установки параллельного упора для равномерной выборки четверти на заданную ширину. Глубину резки можно регулировать простым поворотом рукоятки в передней части инструмента от 0 до 1 мм. Ширина строгания составляет 82 мм. Снимать фаску можно с помощью большого V-образного паза на передней части подошвы. Патрубок позволяет подключить к рубанку пылесос, чтобы держать рабочее место в чистоте. На задней части подошвы находится пятка для защиты лезвий от контакта с поверхностью в перерывах между работами. Обратите внимание, что лезвия рубанка снимаются с помощью пары движений. Достаточно перевернуть выключенное устройство и открутить установочные болты с помощью шестигранного ключа. Подытожим. Makita M1902 – это легкий и недорогой рубанок для бытового использования. Если есть потребность в подобном инструменте, но нет необходимости использовать его постоянно, данный рубанок станет отличным приобретением.